начнем по поводу личности. В случае, если личности не удастся, то тогда мы доберемся до дыра и дела, будем ее устанавливать. Я знаю, уважаемые писатели. Он взаимодействует с правдой. А что вы тут делаете? Нет задачи. Потому что у меня задача поставлена. Здесь происходит. Вы блокируете работу сотрудники горисполкома, которые должны находиться в здании исполкома на своих рабочих местах, сидят здесь и непонятно, что тут делают. Не отвечают ни на один вопрос депутатов городского совета. Троих депутатов городского совета, они не отвечают ни на один вопрос. Вот, пожалуйста, возьмите ваших сотрудников и эвакуируйте, пока их в райотдел не забрали для выяснения личности. Муниципальные дела не вы контролируете, тоже курируете? Ну, непосредственно под местом инструкции или нет? Нет, я. А что здесь делает муниципальная гвардия? Вы же замначальника работы по правоохранительным органам? Так точно. Есть отдельное подразделение, которое подчиняется Северин Колесом Львовича. А кто ваш руководитель? Северинка? Северин Колесом Львовича. Так если вы его зам, вы что, не знаете? Я занимаюсь по линии правоохранительных органов. А вы можете с ним связаться? Да, могу. Могу. Свяжитесь, выясните, пожалуйста, что здесь делать. А можно вы мне задачи не будете ставить? Я вам задачи не ставлю. Я все понял, я просто зашел разобраться, кто здесь. Лично ваша риторика мне составка не подала. Не хорошо. Покажите ваше удостоверение, пожалуйста. Кому? Вам. Я вам все показала, я депутат городского совета. Я вам представился. Покажите ваше удостоверение. Так работает. А в чем проблема? Зам. Вот так. Разрешите, пожалуйста. Да. Что вы говорите?